Вот мне тут знакомые прислали информацию, что мой коллега Сослан Федаров, такой артист, я уж не знаю, был он или все еще есть, я с ним снимался в пресловутой 9-й роте. И я смотрю на эту фотографию, где он вот в этой форме под флагом Осетии. И я не могу понять, стрелял бы я в него без всякого сомнения. По поводу того, что ты на поле боя меня пристрелишь, Артур, мы оба понимаем, что этого ты никогда не сделаешь, только потому, что на поле боя тебя никогда не будет.